Продолжать после паузы? Не, я не вижу смысла, потому что, ну, как бы это возвращение на Turbo Graphics, и мне пауза нужна минимум полгода, как бы, увы. Минимум полгода нужна пауза. Чувак, ты, ну, типа, трудно, так, когда смотришь, кажется, что, ну, может быть, и не так трудно, но на самом деле очень много сил. Asphyxiation, спасибо за переподписку, братишка. Давайте-ка попробуем тот код. Давайте-ка попробуем тот код. Скиньте еще раз. На М который. Хватит облизывать Asphyxiation. Скиньте код. МГАИЛКТ. Спасибо. Ну, посмотрим, если у меня будет 3 жизни, то это еще можно попробовать. Да, спасибо, братан. Тогда я могу даже пользоваться сейфлоудами в начале уровня, я считаю. Ну-ка, давайте проверим, сколько у меня было, если бы я лоудился. То же самое абсолютно, так что... Все справедливо. У тебя 4 бомбы. А как мне их применить на это дерьмо, братан? На эти, блядь, как это применимо с этими хуёвинами, которые мне надо разбомбить? Плес, скажи мне, и я отсосу твой член. Я разрушил ее или нет? Да. Так, погнали, погнали, надо все убить, убить всех. Бромбов. Или что это? Ну ладно, эта новость с пасвордами, она как бы меня немного, ну, на положительный лад, что ли, настроила, значит... Как бы, скажем так, hope is here, теоретически. Блять, теперь меня, правда, напрягают враги. Как бы не сфидить по этой причине. И где-то здесь еще одна. Только где? Ну где же ты? Вот он. Нет, блять. Отлично, эту часть зачистили. Да тормозит еще так. Так.
Нет, 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 отлично. И вот здесь прям видел. Только надо налететь на нее как-то с разворота. Где же ты? Вот. Нет, это другая. Это уже другие пошли. Да бляха, муха! Ай, тормозящий кусок говна. Не я, игра просто. Я кнопку разворота еще испробовал. Ну-ка. Нет, блин, она иногда разворачивает, иногда... А, там нет больше. Ну, где вот она? 20 секунд, две хреновины. Где вот она? Где-то под этой елдой, что ли? Нет, это вообще не тут. Ну, короче, я не хочу вводить пароль, поэтому мы лоудимся с этого момента. Как бы мы уже проверили, как это работает, если что, потом посмотрите. Как замашнить тут? Ну, как замашнить? TurboGrafx опускаться только. Пройти, я не знаю, ну, блядь, ты сам видишь, что это за игра. Тих, просто какой-то пиздос, а не игра. Я вообще понять нихера не... Ну, я не знаю, ну, блядь, идиоты какие-то сделали очередные. Они даже сами не тестируют, типа, то, что делают. Просто выпускают какое-то говнище. Я уже не в первый раз вижу, типа, Game Boy Advance — это самая конченая вообще консоль, типа, игровая система, они хуйню какую-то вытворяли на ней, полнейшую. Ну вот зачем там нужен этот 3D-шутер, если оно не тянет 3D-графику, это GBA, блядь, вонючая. Так они еще и ебанули, блядь, в трех измерениях искать какие-то ебаные хуевины. 40 штук, блядь. В космосе в открытом. Но это совсем надо быть конченными, я считаю. Бред какой-то. Все время остается одна-две, я найти их не могу там, допустим. По понятным причинам, потому что, блядь, это все равно, что реально в космосе найти какой-то рандомный объект. Да как разворачиваться-то? Он то разворачивается на 90 градусов, то нет, мне бы это помогло. Блять. Ну, хорошо, что она разбилась хоть.
Ой, бля. Какие-то отбросы на геймфаках постоянно пишут, что это дерьмо проходится там за час, за два. Причем люди там даже в рецензиях откровенно пишут, ну мы типа поиграли на первом уровне, там типа этот лысый, короче, на колени становится, и ему постоянно над головой стреляют, так что игра изи проходится, наверное, за 15 минут, типа, вообще не тратьте деньги. Мне, блять, в рот нассать хочется таким рецензентом. Хотя, наверное, я сам всегда так обзоры делал, если блин, если кто-нибудь из вас когда-нибудь станет разработчиком игры, тестируйте свои игры, пожалуйста. Дайте поиграть родственникам, я там не знаю. Сами пройдите перед тем, как выпускать их. Ну какой здоровый человек, вот посмотрев на это, скажет, да, это классная была мысль. Этот уровень нам нравится, надо его оставить в игре. Просто отличная идея. Дети любят 3D. Наверное, он думал. Убдон, который это сделал. Это будет первая игра на ГБА, которая выполнена в честном 3D. Полигоны. Для разработки вашего ануса. В космосе. Да развернись ты. Видите эту хе... Блин, муха просто все мозги выебала мне. Надо помыться, наверное. Пожалуйста. Так, стоп. Так, 46 секунд. Две хреновины, одну нашел. И остался одна, но враги наседают еще к тому же. Да блин, где она? What the fuck? Это я нажал развернуться вокруг своей оси.